Всем привет! Сегодня я расскажу о проекте Faberlic Online, основателем которого я являюсь. Он был создан в 2015 году для того, чтобы сразу после регистрации новичок получил поддержку сильной команды и пошаговое обучение, что делает процесс старта более простым и понятным. И теперь нас уже более 500 тысяч человек. Faberlic Online – это проект, на котором учат всему абсолютно бесплатно на всех уровнях вашего роста. Мы обучаем всем способам продвижения, как платным, так и бесплатным. Учим строить личный бренд и даже работе офлайн-методами. Хотя основной упор идет именно на онлайн-методы, чтобы каждый мог сделать результат при свободном графике в свое удовольствие. Немного фактов о проекте Faberlic Online, которые вам надо знать. У нас организована система чатов и каналов в Telegram по всем направлениям бизнеса, в которых ответят на любой ваш вопрос. Есть все необходимое для вашего роста и развития, а именно главный новостной канал, в котором мы размещаем новости компании, проекта, ваши достижения. Главный чат для вопросов и марафонов, где вам ответят на все, что вас интересует. Есть марафоны на выбор по управлению весом, по рекрутированию, в соцсетях, написанию постов, развитию YouTube и так далее. Есть чаты сопровождения на каждой ступени вашего роста. Чат консультантов, чат директоров, чаты лидеров и даже чат элитной команды. На первом этапе мы предоставляем всю информацию по отработке возражений, даем примеры постов для ваших страниц, делимся доходами партнеров для вашей мотивации и мотивации ваших кандидатов на регистрацию. Все материалы для работы мы также предоставляем. Видео, фото продукции от наших партнеров. Есть продуктовый чат с обзорами на случай того, если у вас или вашей команды возникают вопросы по товару. На проекте происходит от 18 вебинаров в месяц, закрытых и открытых. Вебинары по различным отраслям. Истории успеха, курсы по рекламе, по продвижению во всех социальных сетях, видеохостингах, мессенджерах. Живой рекрутинг в прямом эфире с практиками в данном направлении даже есть. Также все вебинары записываются. И если что-то непонятно, можно посмотреть в записи. Ну, например, если вы не смогли присутствовать онлайн или находитесь в другом часовом поясе, и задать вопросы уже в чате или лично наставнику. Самое главное – это поддержка, общение со своей командой, партнерами, также командой лидеров и наставников, которые всегда вас поддержат и ответят на все ваши вопросы. Новые знакомства, друзья по всему миру. Мы работаем в команде. Мне кажется, что наш проект – это большая, огромная, дружная семья. Мы предоставляем все для автоматизации вашего бизнеса. Воронки, чат-боты, автособеседование в вашу команду. Несколько видов сайтов для вас и вашей команды. Чтобы избавить вас от рутинной работы, роботы, которые рекрутируют, обучают и делают все за вас. Если, конечно, научиться подключать их в работу. То есть вы сразу получите все необходимые инструменты для комфортной работы. И все это получают люди, которые придут в вашу команду. Проект объединяет знания каждого лидера и дает возможность учиться у любого из них. На нашем проекте идет постоянное обновление и совершенствование инструментов, методов работы, чтобы они были всегда актуальны. Если вы инициативный, то вы всегда можете проявиться и реализовать свои таланты. Все это можно успешно сочетать с бизнесом и развивать. Будь то копирайтинг, съемка, монтаж видео, ведущий, диктор, маркетолог, учитель, врач и многое-многое другое. Также есть бизнес-эстафета «Волна роста». Каждый новый директор по традиции делится своей историей роста и наработками в бизнесе. Как у него это получилось? А как у его команды получается? Масштабное бесплатное обучение на закрытом сайте только для нашей команды. Мы учим бесплатным и платным способам продвижения. Ситуационный нетворкинг, теплый круг, таргетированная реклама, контекстная реклама, автоматизация социальных сетей и многое другое. Наше обучение настолько крутое, что его хотят взять себе лидеры из других компаний. Но мы следим за тем, чтобы оно было только у нашего проекта. Наставник поможет на каждой ступени развития. Всегда ответит на все вопросы и поддержит. Но если его нет в сети, вы не останетесь разбираться совсем в одиночку. Есть дружные чаты проекта. Проекту важен ваш рост и развитие.
и довести вас до высокого уровня, чтобы ваш доход мотивировал вас. Поэтому никогда не стесняйтесь задавать вопросы своему наставнику и в чатах. И после регистрации не забудьте спросить наставника об акции новичка, о ваших подарках. Faberlic Online – это возможность посещать различные мероприятия в разных городах и странах мира, организованных нашей командой. Основные ежегодные встречи проходят в Москве. Наш проект международный, и мы сотрудничаем с 13 странами мира. Такими как Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизстан, Мексика, Монголия, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Узбекистан. Сразу скажу, важно быть самому потребителем продукции. Важно знать и пробовать, что вы продаете и с чем работаете. И тем самым вы входите в общий товарооборот. Придя в проект Faberlic Online, вы попадаете не просто в мощный проект, а в семью успешных людей. Если есть вопросы, обязательно пишите. Если нет, переходите к регистрации. Вот что говорит моя команда о проекте. Самый большой плюс проекта – это отзывчивость. Если чего-то не знаешь, а наставник не в сети, всегда за помощью можно обратиться в общий чат, где тебе помогут и подскажут решение. Также огромный плюс – это наша собственная онлайн-платформа, которая помогает автоматизировать рутинные процессы. Боты-помощники могут и презентацию бизнеса дать, и заказ помочь оформить. Попадая в проект, новичок никогда не останется один, даже если наставник по каким-то причинам не выходит на связь. Боты помогут зайти во все чаты и дадут доступ к обучению. Кстати, про обучение. Оно постоянно обновляется. Наши директора обучаются самым современным фишкам и обучают нас, а затем раскладывают все по папочкам. А мы уже изучаем то, что интересует. Причем в удобное время на любимой платформе. У нашего проекта есть душа. Именно поэтому безумно хочется попасть на встречу проекта в октябре, чтобы офлайн познакомиться с основателями проекта и директорами, с людьми, которые вкладывают душу в проект, чтобы мы как можно быстрее увеличивали свои чеки. Придя в проект Faberlic Online, мы попадаем не просто в мощный проект, а в семью успешных людей. Боже мой, как приятно! Таких комментариев целые сотни. И еще один комментарий. Вообще, я долгое время была партнером другой компании. И сразу скажу, что я целенаправленно искала быстро растущие проекты наставника. Конечно, для меня огромнейшим плюсом стало это шикарнейшее обучение. Мне было с чем сравнивать, поэтому я, конечно, была в огромном шоке от обучающей платформы. Это просто что-то невероятное. Лидеры практики активно делятся своими рабочими методами. Никто ничего не скрывает от других. К любому лидеру можно обратиться с вопросом, и он поможет. А что, неужели бывает по-другому, да? Ой, в предыдущей компании у меня такого не было. Директора были жадные до информации и давали только своей команде. А так как я там была без директора, нам никто ничего не давал, даже если мы просили. Ого, как бывает. Поэтому для меня стало огромным плюсом, что именно в проекте Faberlic Online все такие открытые лидеры и всегда помогают и делятся информацией. Это действительно большая семья. Вот знаете, когда сотни вот таких вот комментариев ты получаешь, и когда тебя хвалят, это очень дорого дано, это очень-очень приятно, и ты понимаешь, что ты делаешь свою работу от души, не зря, что ты делаешь людей успешными, и люди всегда отплачивают тебе добром, благодарностью. В общем, решать вам. Я вас приглашаю на регистрацию в наш любимый, дорогой, огромный проект Faberlic Online, где все разложено по полочкам и отвечают на все чаты.